Раз. Что? Давай. Первый землекоп копает траншею со скоростью 5 метров в час. Давай завтра утром решу. Мы с тобой договаривались, пока задачу не решишь, спать не пойдешь. Договаривались? Договаривались? Да. Пиши. Первый землекоп. Кто такой землекоп, знаешь? Да, земляной полицейский. Нет, землекоп от слова копать. Человек, который копает землю. И копает у нее со скоростью 5 метров в час. Рисуй. Что рисовать? Рисуй траншею 5 метров. Как я нарисую траншею 5 метров? У нас сцена всего 4 метра. На листочке рисую линию. Пожалуйста. Это 5 метров. Итак, первый земляков. Как первый? Их много, что ли? Двое. Спасибо. Коляки. Первый землекоп копает траншею со скоростью 5 метров в час. Я спать хочу. Я тоже спать хочу. Уже половина первого, а мы решаем задачу. Я тебе говорила, придешь со школы, сразу математику сделай. Говорила? Говорила тебе? Говорила. Что ты не сделала? А не надо было меня рожать. Ты со школы пришла, что делала? Ела. А потом? Спала. Значит, выспалась? Да я не сильно спала. Так, давай еще раз. Два землекопа копают траншею. Представь, что ты землекоп. Не хочу быть землекопом, я 100 раз говорила, хочу быть доктором. Хорошо, хирург и анестезиолог копают траншею. Зачем? Операция неудачно прошла. Один наркоз неправильно рассчитал, а другой разрез. То, что в школе учились плохо. Итак, один копал траншею со скоростью 5 метров в час, а другой со скоростью 2 метра в час. Они что, змею хоронят? Да, змею. Итого, один 5 метров в час, другой 2 метра в час. Всего сколько? Сколько? Решай, 5 плюс 2 сколько будет? 7. Правильно, ползадачи уже решили. 7. 7 чего? 7 метров. Правильно, пиши. 7 метров что? 7 метров змея. Иди занимайся сам, я уже не могу. Сейчас батя поможет. Давай, что задача? Хирург и анестезиолог хоронят змею. Я не виновата, что такие дебильные задачи придумываю. Не ной. Так. Здесь земляков копает траншею со скоростью 3 метра в час. Другой со скоростью 4 метра в час. Сколько они прокопают вместе за 1,5 часа? Ну еще тут непонятно. Ну не ной, давайте я тебе скажу, запишу. Я тебе скажу. Пусть она сама решит. Хватит реветь. Поехали. Сколько землекопов? 7. Землекопов сколько? 2. 2. Вместе они сколько копают метров? 7. В час 7, а за 1,5? Вы меня не любите. Вы хотите, чтобы я быстрее умерла и все. Что ты выдумываешь? Любим мы тебя. Так, давай перерывчик сделаем, чай попьем. Тортик хочешь? Так, кто весь торт съел? Кто ж знал, что в полвторого ваши землекопы до торта дойдут? Все, не плачь. Что хочешь вместо торта? Гамбургер! Так, сейчас папа поедет за гамбургером. Со скоростью 5 метров в час. Ладно, никуда не поеду. Сейчас все будет. Так, смотри. Вместе они копают со скоростью 7 метров в час. А за 1,5 часа? 1,5 раза больше, правильно? Правильно? Ты зачем торт съел? Да я не могу сидеть. Так, еще разочек. За час они копают 7 метров. А за 1,5 часа сколько? Сколько? 8. Интересный вариант. А еще? 9. Еще? 10. Еще? 11. Меньше? 10. Больше. 11. Меньше. Ты издеваешься надо мной? Между 10 и 11 сколько? 10:30. А 10:30 это что? Это поздно. Поздно? 1:30 задачу решать. Да 10:30. Пиши уже. 10:30. Отец подсказал. Так что писать, 10 или 30? Пиши ответ. 10 метров 30 сантиметров. Блин, запутал. Какие 30? 50 сантиметров. Тоже мне папа подсказал. Подсказчик. Да я ж не кал. Можно уже спать пойду? Никто никуда не пойдет, пока задачу не решим. Кто виноват, что твоя дочь такая тормоз? Да я уже думаю, она не моя дочь. А я ничуть не сомневаюсь, что это именно твоя дочь. Пиши ответ. 10 метров 50 сантиметров. Написала? Да. Вот.
Вот и молодец. Доставай геометрию.